Это значит привет, друзья. Сегодня я постараюсь показать вам от самого начала до конца, как мы делаем эпичный аквариум. Это будет аквариум длиной 1850 мм, 620 на 650. В общем, здоровенный аквариум. Будет он заселен американскими цихлидами. В общем, поглядим. Последние кадры сборки, которые вы видели, я записывал месяца три назад. А потом я уехал в отпуск, потом была куча работы. В общем, Тарон, владелец аквариума, сам доклеивал уже стяжки и полностью оформлял все. Сажал рыбу, в общем, респект, красавчик, он получилось здорово. Что ж, если вам понравился видос, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в новых видео. Пока!